Друзья, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Привет, ребята, с вами Антон, и сегодня у нас начинается, наверное, самое необычное прохождение на канале. Я так полагал, что самым необычным прохождением является Hotline Miami, но нет. Самое необычное прохождение теперь это будет Blood Dragon. Эта игра для тех, кто вырос на таких фильмах, как Робокоп, Хищник, Рэмбо, Побег из Нью-Йорка. На таких, на стареньких шедеврах, на VHS-кассетах, на видеомагнитофонах. Это игра для вас, ребята. А молодое поколение, наверное, не воспримет эту игру как положено. Погнали! Я уже игру тестировал, но сейчас мы начнем ее заново на среднем уровне сложности. Космос. Земля. Ближайшее будущее. Конец 20 века. Землю охватила ядерная война. Радиоактивного пепла Америки восстанет новый солдат. Мозг в норме. Дета волна, 4 удара, растет. 4 и 6. Просыпайся, сукин сын. Технари говорят, ты подтормаживаешь. Нужно подкрутить настройки. Мне? Я-то в отличной форме, брат. Любой мужик позавидует. Я смотрю, у тебя одни мужики на уме. Мы почти у цели. Загружаю приказы терновника. Ваша цель — проникнуть в бункер противника и достать планы их операций. Огонь на поражение. Уровень угрозы черный. Повторяю, черный. Требования Женевской конвенции игнорировать. Так кого нам нужно разнести, лейтенант? Неважно, сержант. Но черный уровень означает одно. Там полно солдат. Хреновые новости, Спайлер. Тревога! Тревога! Эскадрон 7-3 обнаружен лазерным радаром. Уклонение! 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 Это то, о чем я подумал? Прям как тогда, в Центральной Америке. Пора повеселиться. Блин, начало просто офигительное. Но сейчас нам нужно просто расстреливать солдат. Ихнюю базу. Что тоже весело. И приятно. Бабах! Ё-моё. Отпишитесь о том, как вам качество видео, как слышно, как вам фреймрейт. В общем, обо всем.
каждому бункеру. У каждого своя работа. Я ищу вход в бункер. А я их отвлекаю. Покажем этим уродам, как работают киберсолдаты. Пусть знают, что такое Марк 4. Офигенно просто. Это такие игры. Как Ubisoft вообще додумались выпустить нечто подобное? Включай обучение. Объект сержант Рекс Пауэркоин. Принято. Загрузка базового руководства. Пакет 101. Армейская навигация для чайников. При скрытном перемещении оружие убирается. Ну ты сволочь. Пока! Нажмите А, чтобы продемонстрировать свою способность читать. Ну зашибись. Нажмите А, чтобы переместить тело по вертикальной дуге, перепрыгивая препятствия или ямы. По вертикальной, окей. Пригнуться, используя квадрицепсы при поддержке вестибулярного аппарата. Ну, охренеть просто. Смотреться, используя одно из пяти основных чувств. Это не круто. Да уж. Перемещение перемещает вас в разные места. Идти заставит себя снизить скорость перемещения по сравнению с привычным бегом. За что? Бег — это как ходьба, только быстрее. Ну, круто. Блин, не получилось. Ну-ка, хочется очень круто в пещеру влететь. О. Ну это все понятное дело. Метки позволят легче найти противника. Хочется отметить, что здесь у нас не бинокль, как в Far Cry 3, а киберзрение. То есть вот этот имплантированный глаз. Отвлеките противника броском Дайса. Задрот. Ну-ка иди сюда, падла. Супер. Они из группы Омега. Не нравится мне все это. Я прикрою. Душа у тебя. После убийства ножом можно выполнить серийное убийство. Сейчас покажу, как это делается. Очень круто. Вот так. Очень-очень круто, согласитесь. Загрузка советов азбуки войны. Датчик обнаружения появляется, как бла-бла-бла-бла. Стрельба, прицеливание. Социальная реклама. Спонсор данного руководства – Кибер с масках Кобаяси. Кобаяси – смазывая будущее. Социальная реклама. Это руководство вам надоело? Купите премиум-версию руководства от Кобаяси. Она пройдет игру за вас. А, селектор лечится. Ну, мы все это знаем. Надоело? Конечно, надоело. Так, что ж. Ну, будем пробовать игру пройти, проходить скрытно, потому что... После убийства ножом вы можете убить ближайшего врага сюрикеном. Так, вот это вот интересно, все время забываю. Чтобы убить второго врага в поле зрения, нажмите РТ после активации быстрого убийства нажатием РС. И метните сюрикен как настоящий киберниндзя. Давайте попробуем. Офигенно. Отключить сигнализацию, пока врагов не стало больше. Так, эту сигнализацию как отключить? Попробуем скрытно, да?
пройти. Потому как, ну, совсем не хочется подкрепление собирать на свою задницу. Нафиг оно надо? Так ты падла, все-таки заметили. Ну ладно. Офигеть. Обратите внимание, какая крутая музыка играет. Просто супер. Поставим винтовку, пожалуй. И вон того попробуем вынести. Отлично. Прям в голову хедом пробили. Где? А вон ты, блин. Неплохо. Такс. Ну, ясное дело, что здесь еще они не все закончились. А вон пулеметчик. А, братюня, не попадешься в меня. Хорош. Ладно, будем играть по старинке. Играю с геймпада, поэтому иногда могу мазать. Но с геймпада играть в эту игру круче всего. Меня вряд ли поймут те, кто играет не с геймпадом. Блин, валим. Фух. Вроде отстрелялись. Сейчас будем продолжать. Гранатами просто закидаем. Задача выполнена. Терно, почему не сказали, что это Омега? Это уже не Омега. Словом, спятил, мы должны знать, почему. Скопируйте данные из сервера в бункере. Рекс. Это ж Слоун. Полковник Айк Слоун. И я с ним служил, Спайдер. Кто угодно мог тронуться, но не он. Так ты готов садить старика пулю? Давай доберемся до места, а там разберемся, что к чему. Я вообще, честно говоря, не понимаю, какому гению пришла в голову мысль сделать данную игру вообще. Просто даже не представляю. Так, попробуем кинуть. Ну-ка. Хорош. Неплохо сыграли так. Что они тут клепают? Это же универсальный сборщик 8000-й модели. Из-за них в Детройте людей рабочих вообще не осталось. Тебе туда! Вали всех ублюдков подчистую! Так, весь скарб при нас. Чтобы подкрасться к врагам и оказаться прямо над ними.
Не, мостки в данном случае дело не очень эффективное. Супер. Ну, блин. Давай же, братюня. Ах! Ну не получилось, ладно. Хорош. Блин, я хотел на голову спрыгнуть ему и как бы сделать киллстрайк, но не получилось, не получилось. Куда побежал, Вы шустрый какой. Красное копье, баллистическое. Я думал, эту дрянь всю списали. Я слышал, их еще используют. Для проверки новых боеголовок в канадских пустошах. И что внутри? Думаю, лучше не знать. Кстати, у нас еще здесь есть такой пункт, как навыки. У нас уровень 3, уровень 1. Дышать под водой благодаря киберлегким, бегать быстрее обычного человека, бесполезно падать с любой высоты, бесшумно избавляться от врагов с помощью обычного или серийного убийства, также убийства сюрикеном. Уровни 2, 5. Уровень 2. Нам шкалу здоровья пополняют. Уровень 3. Быстрее менять оружие и принимать положение для стрельбы при помощи ЛТ. О как. И с каждым уровнем все круче и круче у нас способности будут. Задача выполнена. Сервер найден. Вот он! Мы нашли сервер. Сливайте данные. Давай колдуй, лейтенант. Эй, завидовать старшим нехорошо, братишка. Тревога. Попытка взлома в бункере Кимпл. Введите пароль. У вас 20 секунд. Спайдер. Черт, да знаю, я знаю! 5, 4, 3, 2, 1. Система безопасности включена. Предстартовая проверка. Подготовка к удару по штабу противника. Вертодрон, засекте боевые сигналы. Много, движутся к вам. Готовятся к запуску. Лейтенант, я тебя прикрою. Давай! Задача. Прикрыть лейтенанта Брауна при взломе системы. Придется подключиться напрямую. Нейропроцессор может накрыться. Спайдер, ты обязан выжить. У тебя дома жена и ребенок. Рекс! Если не выйдет, скажи им. Скажи, я погиб за свободу. Сам все и скажешь. Понял меня? Ладно. Была не была. Так, ну все. Веселуха началась. Да ты что, издеваешься, что ли? Так, не очень эффективное оружие. Давайте мы поставим дробаш. Вот он уже будет куда лучше. Отлично. Ты падал, что делаешь-то, а?
Ух ты ж, ты ж, ты ж, ты ж. Может, это значит средний уровень сложности. Ну ладно, изначально лучше было гренами закидывать. Все-таки как бы оборонительное задание получается. Так, я прошел первый уровень защиты, микроботов. Давай. Так, играем, не палимся особо. Бронька у нас еще есть. Да что ж я... Палюсь, палюсь, палюсь. Так, нормально. Декодируй слоты проца. Живой. Не мешай мастеру, малыш. Да что ж ты? А. Ой-ой-ой, там еще тяжеловес идет. Нормаль. Задача выполнена. Отлично. А, ну плохо, что ноль гранат. Получилось, да. Задача провалена. Что? Проверка завершена. Координаты загружены. Спайдер, соберись, лейтенант. Что делать дальше? Черт. Вертодрон 7-3. Срочная эвакуация. Лейтенант Браун ранен. Вертодрон 7-3. Уже в пути. Ракс! Слишком много данных! ИИ поврежден! Кровь! Кровь! Удар по штабу. Предстартовый отсчет. Скажи, что мне делать? Запуск идет автоматически! Найди главный пульт! Раз! Что? На пульте! Стреляй по мозгоблоку! Рэк, стреляй! Черт! Комп, где здесь пульт управления ракетой? Принято. Выделяю цель. Задача. Уничтожить резервный блок зажигания. Ракета готова к пуску. Отсчет до удара продолжается. Офигеть, заспамили просто. Ох, тут надо было сразу кидать грену, но грену у нас походу нету больше, да? И это очень печально, придется тогда отстреливаться за пультом управления. А приятеля нашего, конечно же, жалко достаточно. Да, мы поняли. Не-не-не, подождите. Пропускаем. Отсчет до удара продолжается. Отказ памяти в секторе Альфа-Альфа-Зулу. Запуск на 120 секунд. Давайте идите сюда. Корректировка отсюда.
Отлично. Вроде за... Ай! Быстрее! Эвакуация, значит, не удалась. Перезагрузка. Готова. Полковник, связь восстановлена. Спасибо, Дарлинг. Доктор Дарлинг. Доктор Элизабет Вероника Дарлинг. Полковник Слоун, это же мы, сержант Рекс Кольт, лейтенант Дити Браун. Ну, конечно. Что, они послали убить меня? Вас? Вот кто? Настоящие безумцы. Дарлинг, это два настоящих Марка 4. Экстракласс. В прошлом. Я знаю, что случилось с вашим лицом. Да. Плата за силу. Она злая, капризная стерва. Зато тигрица в постели. Сэр, что случилось? Нам сказали, вы дезертировали. Наверное, ошибка. Даже после ядерной бомбардировки Канады и захвата Австралии, мир полон пацифистов. Мы утратили ориентиры, господа. Наше правительство говорит о примирении с красными. Но... Я нашел способ восстановить баланс. Рекс, он точно псих. Что вы должны были сделать со мной и Омегой, а? Что известно в Вашингтоне? Простите, сэр, при всем уважении. И вы купились на их гнусную ложь? Очень жаль. Ты скачал мой сервер себе в мозг? Пошел ты! Я знаю, что ты задумал. Арки 4 всегда были слишком независимы. Какого хера? Вот да! Любого можно укротить или заткнуть навсегда! Ты труп. В серию Марк 4 вложен весь мой боевой опыт. И знаешь что? Вот еще и мое благословение. Терновник, прием. Сержант Рекс Кольт? Кто это? Доктор Элизабет Дарлинг. Настроила связь, пока осматривала вас. Слоун перекрыл связь с Терновником. Черт, что это было? Посылаю координаты укрытия. С чего мне вам верить? Я ненавижу Слоуна. Ладно, Док, каков план? Действуйте тихо. Драконы плохо видят, но людей и киборгов едят только так. Что? Эй! Эй! Сканирую пещеру. Обнаружен выход. Задача — выбраться. Внимание! Вы безоружны и совершенно беззащитны. Избегайте встреч с киберсолдатами. Обновление особых предметов. Так. Понятно. То есть они как бы нам опыт будут давать. Окей. Ну нам вот сюда. Что за синяя дрянь?
Что за херня? Доктор Дарлинг упоминала их плохое зрение. Советую пригнуться. Они излучают биорадиацию. Сканер откалиброван. Он сообщит об их приближении. Блин, пипец вообще. Вот эта ситуация, конечно, убивает. Драконы со всех сторон, но это дико реально. Офигеть, сколько здесь драконов. Раз, два, три, блин. Четыре. Ё-моё. Фух. А? И теперь бросаем сердце. Задача. Идите к наблюдательному пункту. Стоит собрать побольше киберсердец. Вот какая-то долина драконов, походу. Побольше не знаю, нужно или нет, но у нас впереди что-то типа базы. Да, база все-таки. Красным подсвечены те базы, которые не захвачены. Вот наша карта. Не такая уж она и большая на самом деле, но все же. Баз здесь очень много. Так, я не понял. Лови. Твою мать. Ложок работал, все. Нам на Вену ловит. Я же здесь без разрешения. Они собирали всех специалистов. Тогда бегите. Нет, если хотите убить Слоуна. Захватите... Так, драконов давайте подальше отведем. В бункере обнаружено доступное оружие. И аккуратно, аккуратно пойдем за барьер. По-моему, за барьер драконы пройти не могут. Зато не умеют стрелять лазерными лучами. Как бы это дико не звучало. Фух, наконец-то можно побегать. О, лук. Шикарное оружие, если уметь пользоваться. Заткнись. Что хочу, то и делаю. Есть. Да, учтите, есть два способа отключить мега-щиты. Твою мать. Управление или... Бла-бла-бла, убить, бла-бла. Промазал изначально. Супер. Стрела очень мощное оружие, надо сказать, очень мощное. И это радует. Как вас много, а? Чего все двигаетесь? Хватит двигаться. Аккуратно. Супер.
Блин, у меня гранаты нету. Что ж, они там с драконом, походу, разбираются пока что, да? Неплохо. Блин. Все, у нас больше не осталось, что? А, во. Просто классика. Отлично. Но не, по-моему, драконы через барьер все-таки проходить не могут. Что ж ты будешь делать, да? Тихо. Думаю, до него дошло. Это твою мать. Лук у нас, получается, закончился, да? Ой-ой-ой-ой. Гранаты еще остались. Отвлекли немного. Так. Понятно, нихера у нас нет с вами. Вот падла, а. Кажется, ты сдохнешь. По себе же и попал. Идиотизм. Ладно, что делать? А, вот что стрела. Сейчас я ему устрою экзекуцию. Отлично. Пора нам встретиться. Дайте координаты, и я выдвигаюсь. Координаты получены. Задача — встретиться с доктором Элизабет Дарлинг. Да уж. Ну, и? Дракон, что ли, надо в этот укокошить? Это тебе. Блин, идиоты. Драконы только отвлекают. Все, надеюсь, он спокойнее теперь будет. Твою, откуда? Плодятся бесконечно просто. Не, ну это бесконечно может продолжаться такое непотребство.
Давайте тебе сердцатора пособираем, что ли. Чтобы наконец дракона отвлечь. Люблю я это. Не дергайте. Ой, дурдом. Пошли за мной. Давайте тогда, пожалуй, на этом серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.